Центральная избирательная комиссия России выделила для нашего округа 15 тысяч открепительных удостоверений. Их сегодня получали представители не только 4 районных избирательных комиссий, но и 2 дополнительных – Апшеронского и Белореченского. Эти районы входят в Сочинский одномандатный избирательный округ. Если в день голосования 18 сентября в воскресенье человек не сможет прийти на выборы, и об этом он знает заранее, то, чтобы не потерять свой избирательный голос, ему необходимо обратиться по месту жительства в избирательную комиссию. Давайте все же послушаем, для чего нужны открепительные удостоверения и как сегодня был организован процесс их выдачи. Они нужны в том случае, если избиратель предполагает в день выборов 18 сентября покинуть пределы своего округа и находиться где-то в другом регионе нашей страны. В этом случае он имеет право, получив открепительное удостоверение, 18 сентября прийти на любой ближайший к его текущему местоположению избирательный участок и проголосовать. Выделено на районы Лазаревский, Адлерский, Хостинский по 1500, Апшеронский 1500, Белореченский 1000 открепительных удостоверений. Но это связано с количеством избирателей, находящихся на этих территориях. Соответственно, в резерве у нашей комиссии осталось еще 6 тысяч открепительных удостоверений. Открепительные удостоверения начнут выдавать в территориальных избирательных комиссиях с 3 августа по 6 сентября, а в участковых избирательных комиссиях с 7 сентября по 17. Выдают их при наличии паспорта гражданина Российской Федерации по письменному заявлению. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.